Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня проект по заработку монеты TRX, то есть Tron, называется TRX Pasargat, вот как-то так. Они позиционируют себя с майнером, это инвестиционный проект. Значит, регистрация здесь прописана. Вот здесь значок. Я кликнула, поставила русский язык. Имя, фамилия, электронный адрес, пароль, повтор пароля. Здесь будет промокод. Если не будет, мой промокод будет в закрепленном комментарии в описании под видео. Ставим сюда галочку, нажимаем зарегистрироваться. На почту мне пришло вот такое вот письмо. Приветственно. Ну, пароль скрыт. Потому и показываю. Здесь больше пока ничего нет. Авторизация. Вот здесь прописан у меня email. Сейчас посмотрим. Да, по email и паролю. Это наша домашняя страничка. Все на русском языке. Прежде чем делать какие-то операции, нужно настроить платеж, кошелек прописать. И вот здесь сразу на домашней страничке находится реферальная ссылочка. А вот здесь надпись Enter email адрес. Я так понимаю, что возможно нужно, он не переводится, видим, да? Подтвердить адрес электронной почты. Ребятки, делаю все в режиме онлайн. Сейчас я кликну и посмотрим. А, прописать. Угу. Адрес пригласить друзей, ну что будет? Ваше приглашение было успешно отправлено. Куда оно отправлено? Фиг знает. Ну ладно. Отправлено и отправила. Отправлено. Так, бог с ним. Значит, давайте настроим кошелек, прежде чем вкладывать и выводить. Здесь нужно сделать кошелек. Настроить. Кликаю. Вот здесь вот где имя, фамилия. Кликаю. Вот учетная запись. И попадаем вот сюда. Я поставила здесь. У меня это все было по умолчанию. Поставила код страны. Прописала телефон. Здесь находится промокод. И вот здесь платежный счет. Кликаем. Вот сюда нужно ввести номер кошелька. Выбираю 3x. Я иду в TronLink. Копирую адрес. Вот это я стираю. И прописываю. Ставить кошелек. Ну, вот такой вот здесь перевод. Пароль стоит уже по умолчанию. На синюю вкладочку. Все. Я прописала. Давайте проверим. Мой платежный кошелек вот этот прописан. Безопасно здесь изменить пароль. Минимальный депозит здесь от 5 3x. Как мне написал мой пригласитель. Здесь вносить средства. Значит, от 5 3x до 100 тысяч. Так выходит. 9-15%. Вывод ежедневно. Перейти к сумме. Так, надо кликнуло, видите. Надо план выбрать. Хотя он здесь один. Так, введите сумму. Ну, я закину 20 монеток. Вот это я не знаю, что. Так, приступить к оплате. Платить 23x. Ага, крипто, а можно в USD платить еще.
выходит. Значит, здесь вот нету перевода. 20 монеток я закину. Значит, кликаю Next. Здесь что нужно? Тоже 20 монет. Next. Или не надо ничего. А вот здесь сюда сумму 20 монеток. Крипту. Next. Так. Подтверждение вашего депозита может занять до нескольких часов. Имейл, телефон. Так, имейл надо ввести, наверное. Господи. Вот здесь телефон. Ну все. Угу. А этот адрес копирую. Вот на этот адрес нужно перевести монеты. Иду в TronLink. Кликаю Send. Вставляю 20 монеток. Send. Подтверждаю. И вот 20 монеток моих отправлены. Вот они. Ну и все. Я скопировала. Это оркод, если надо. Будет. Ну что, теперь буду ждать депозит. Когда он поступит. Несколько часов — это много времени. Вот. Согласитесь. Далее депозиты посмотреть. Транзакции не найдены. Я пока поставлю на паузу и обожду, когда мне поступят монеты мои на баланс. А пока пауза, ребятки. Пришли мои монетки на депозит. У меня прошло примерно часа полтора. Вот, видео как бы я не включала. Делаю же я все в режиме онлайн. И вот мои 23x. Я поставила английский. Как бы мне так удобнее. Актив депозит. Он уже в работе. Никуда кликать не надо. Пополнились и все. Ждем. Он автоматически уже в работе. И вот у меня круг. Появился актив. Значит, вот это синий актив. Инактив. И это типа закончился, что ли. Вот также, если мы кликнем. Посмотреть депозит. И вот активный депозит у меня. 23x. Вот 18 марта. Это ихнее время. У меня время 18.42. А у них 15.32. Разница во времени. Здесь у нас вкладочка «Вывод». Вывод я проверю, когда у меня будут монеты на счету. И я по выводу запишу отдельное видео.
Я поставлю на вывод, их выведу, а потом уже покажу вывод. Почему? Сейчас я вам, ребятки, объясню. Здесь вот буду прописывать сумму, сюда кликать. Вот трон у меня адрес же прописан, а здесь просмотр как бы вывода. Значит, вкладочка «Мои рефералы» будут находиться, отображаться партнеры. Далее, что еще? Ну, я вам все такое показала основном, кто захочет. Вот этот email адрес оказывается, если вы хотите кого-то пригласить, вы прописываете email адрес человека, которого хотите пригласить. Я же прописала свой адрес, и мне мою же, ну вот, мою же, как бы, на мою почту пришло приглашение. Типа, сама себя пригласила. Сюда прописываете адрес, кого хотите пригласить, и отправляете. Вот. Ну, я так по email адресам не отправляю. Далее что? Оставлю также в закрепленном комментарии ссылочку на их группу. Зашла я в группу, пока ждала. Вот RX, вот это вот их на ихняя группа. И вот здесь на нескольких языках, ребятки, видите, английский, вот арабский, что ли, русский, испанский, немецкий. Вот на всех языках у них как бы написано такое объявление. Официальное объявление о вводе и выводе средств. Нас часто спрашивают о задержке в процессе транзакций, и мы хотим прояснить этот вопрос, поскольку компания использует безопасный платежный шлюз, иногда подтверждения могут занимать немного больше времени. Недостатком этого является задержка, но преимуществом является максимальная безопасность для всех депозитов и снятия средств. Поэтому, если ваш депозит не сразу отображается в вашем аккаунте или ваш вывод средств не сразу зачисляется на ваш кошелек, вам не о чем беспокоиться. Пожалуйста, подождите несколько часов. И если после этого у вас все еще будут проблемы, обратитесь в наш центр поддержки. Спасибо за понимание. Ну, вот такое вот у них объявление на всех языках. Вот поэтому я и говорю, что я сначала сделаю вывод, чтобы мне уже не ставить на паузу. Потом, как бы, монеты придут, и я покажу вам вывод денежных средств. Ссылочку на телеграм-группу я оставлю также в закрепленном комментарии. Вот такой вот, ребятки, проект. Ну, в принципе, на этом и все. Здесь все довольно-таки понятно. Я показала, как делать депозит, минимальный депозит от 5 TRX монет. Имейте в виду, что любые инвестиции в интернет – это всегда риск. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!